Люберецкие дети проверили себя на знание правил дорожного движения. Открытие слета юных инспекторов движения состоялось в школе номер 27. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Как идти с велосипедом через пешеходный переход и можно ли ездить по оживленной трассе? Правила дорожного движения сдали 14 команд из разных школ. Ответить на 18 вопросов ребятам нужно за 10 минут. Все вопросы были не очень легкими, но если их подучить, можно, правда, хорошо их выучить. И я хочу быть инспектором. Я перехожу всегда на зеленый, только на зеленый свет. Я всегда смотрю, откуда едут машины. Другой этап – оказание первой медицинской помощи. Вопросы здесь сложнее. Как перенести пострадавшего или какое кровотечение опаснее для жизни – это поможет юным инспекторам в экстренных ситуациях. На сегодняшний день в городском округе Люберцы произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, которые находились на проезжей части в качестве пешеходов. Для сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и проводятся подобные профилактические мероприятия, которые положительно сказываются на общей статистике детского травматизма. По результатам предварительных тестов жюри выберет 10 команд. В мае ребята будут соревноваться в безопасном вождении велосипеда и представят работы в творческом конкурсе. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.